В Ливане на этой неделе продолжались вооруженные столкновения. В самом Бейруте бои велись вдоль так называемой «зеленой линии», разделяющей правохристианские и национально-патриотические силы. Самые ожесточенные стычки происходили в горном районе к северо-востоку от Бейрута, где использовались ракеты и бронемашины. И все же в целом в последние дни наблюдался определенный спад интенсивности боевых действий. Как считают обозреватели, политические круги как в самом Ливане, так и в других заинтересованных арабских странах стремятся использовать предстоящее 23 сентября вступление на пост президента Ливана Саркиса для заключения прочного перемирия и начала процесса политического регулирования затянувшегося кризиса. На этой неделе происходили активные контакты между лидерами различных группировок в самом Ливане, а также визиты ливанских деятелей в арабские страны. Саркис обсуждал с уходящим президентом Франжье вопросы, связанные с передачей власти. Франжье ведет переговоры, но в то же время он больше печется о том, чтобы накануне прихода к власти Саркиса упрочить позиции правохристианских сил в правительстве. В результате его действий в руках правого политического деятеля Шамуна оказались сейчас посты министров иностранных дел, обороны и внутренних дел. Этот шаг Франжье, который он даже не согласовал с премьер-министром Карамы, может вызвать новые противоречия между противоборствующими сторонами в Ливане.